Глава округа Владимир Волков встретился с жителями дома номер 17 по улице Шевлякова. Дело в том, что территория возле дома 1970 года постройки ни разу не благоустраивалась комплексно. Дважды этот двор претерпел существенные изменения. В 2008 году часть земельного участка была передана под строительство котельной. В 2019 году еще часть под здание школы. Жители попросили решить проблему подтопления дворовой территории, заасфальтировать проезды, обустроить экопарковку и дополнительные парковочные карманы, а также провести озеленение. Прозвучала просьба облагородить тропинки между заборами, по которым горожане водят детей в школу и детский сад. Дворовая территория дома 17 на Шевлякова будет включена в план комплексного благоустройства на 2024 год.